Всем привет, дорогие зрители! Приехал в район Махмутлар, в люкс-резиденции, который был сдан 4 года тому назад. А здесь у меня есть двухкомнатная квартира на 5 этаже, обставленная, очень хорошая, так сказать. Быстро я сниму инфраструктуру и поднимусь к квартире. Здесь у нас открытый бассейн вот такой с аквапарком. Две горки присутствуют, большой просторный бассейн. Есть детская игровая площадка. Ухоженный просторный сад. Здесь вот такие беседки для отдыха. С той стороны душевая кабинка, санузел. Здесь у нас беседка, зона барбекю. Вот зона барбекю. Расстояние отсюда до моря, до воды, максимум 650 метров. Отмерял по карте Google. Мэрэба. Вот такое вот здание. 12 этажей. Присутствует вся инфраструктура. Открыта парковка снаружи проекта. Рядом также есть инфраструктура, маркеты, рестораны, овощные, фруктовые магазины и тому подобное. Здесь у нас водопад включается, что-то не включили. Наверное, экономят на этом. Здесь у нас сауна. Айдат у этого проекта 220 лир на данный момент. Такая просторная сауна с окошком, садик. Здесь римская парная комната. Вместимость где-то 6 человек максимум. Здесь такой коридор. Есть открытый бассейн. Здесь закрыли. Здесь вроде было открыто. Да. Открытый такой бассейн. 6 на 8 метров приблизительно длина. Так, пройдемся дальше. Здесь у нас зона отдыха, игровая зона. Здесь бильярдный стол, теннисный стол и мини-футбольный. И здесь у нас фитнес-зал. Занимается спортом, не будем снимать людей. Вызовем лифт. Присутствует два лифта на этаже. Один этот и один этот. Здесь санузлы. Закрывайся. Вот такой лифт. Поднимемся мы на 5 этаж. 12-этажный проект. Ключи от квартиры у нас. Обращайтесь, поможем, чем можем. Эта квартира по очень хорошей цене. Поднялись мы на 5 этаж. Вот такой здесь коридор. На этаже. Ну, сколько у нас квартир? Так. На этаже 2 здесь, 3, 4, 5. 6 квартир на этаже. Здесь лестничная площадка. Войдем в нашу квартиру. Квартира южная сторона проекта. Вот такая здесь прихожая, не маленькая. 65 квадратных метров квартира. Встроены шкафы. Вот. Такая вот прихожая. Здесь глубокий шкаф встроенный. Без этого шкафа прихожая еще больше. Здесь встроенный у нас проточный водонагреватель фирмы Bosch. Здесь у нас стиральная машинка фирмы Samsung. Квартира продается обставленная. И здесь вот такие полочки. Так, здесь у нас санузел просторный, не маленький. Такой. И в этой стороне у нас спальня. Такая спальня, такая мебель.
Где-то здесь 12-13 квадратных метров, как минимум. Кондиционер фирмы Бека. Вид с окна тоже покажу вам. Вот вид с окна. Видно, бассейн есть и на соседнее здание. Так. Здесь у нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Сперва покажу кухню. Бытовая техника. Здесь Siemens, посудомойка, духовка. Siemens, Samsung у нас. Микроволновка фирмы Samsung. Столешница у нас гранит. Плита у нас фирма Esti, вытяжка фирма Esti. Холодильник Samsung. Такая вот дверь. Вот такая у нас просторная гостиная комната, совмещенная с кухней. Телевизор фирмы Samsung. Кондиционер фирмы Beko. Выйдем на балкон застекленный. Шумоизоляция хорошая. Сейчас слышно. Закрываю. Ничего не слышно. Вот такое у нас кресло. Садись и отдыхай. И вид со застекленного балкона. Здесь у нас установится парк Махмутлара. Здесь 2-3 парка устанавливается. Так что это будет одним из хороших мест расположения Махмутлара также. Хочу подвести итог о этой квартире. Значит, дорогие зрители, проект находится в районе Махмутлар, 650 метров расстояние до воды, до моря. Рядом присутствует вся инфраструктура. Инфраструктуру проекта вы уже увидели. Айдат здесь 220 лир на данный момент. Значит, квартира находится на 5-м этаже по лифту, а так 6-й этаж. Застекленный балкон, один санузел, одна спальня. Не маленькая прихожая и кухня-гостиная совмещена. 65 квадратных метров. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 58 тысяч евро. Ключи у нас. Звоните. Наверное, быстро продадим. С вами был Агасий, Солнечная Алания. Всем пока-пока.